Здравствуйте, меня зовут Камила, являюсь бренд-менеджером отдела новостроек. Сегодня хотели бы дать более развернутую информацию по государственным программам 7-20-25, а также ЖССБ 50 на 50. 7-20-25 – это 7% годовых, 20% первоначальный взнос и срок до 25 лет. Также есть лимит, а стоимость квартиры не должна превышать 25 миллионов. Чтобы проходить по данной программе, на вашем имени не должно быть никакой ипотеки, а также недвижимости. Кредитная история должна быть чистой и пенсионное отчисление от полугода и выше с одного места работы. Для того, чтобы приобрести квартиру по данной программе, вам нужно в первую очередь поехать в банк, получить предварительное одобрение. Далее вы вносите 20%, также ждете, когда ЖК будет введен в эксплуатацию. Далее получаете 100% одобрение в банке и начинаете оплачивать ежемесячно по ипотеке. Также есть государственная программа ЖСБ 50 на 50. То есть, чтобы приобрести по данной программе квартиру, вам нужно принести справку ЖСБ о том, что на вашем счету действительно есть 50% от общей стоимости квартиры, которую вы хотите. Далее наши специалисты помогут сопроводить сделку. Также, только для вас, у нас есть уникальные предложения ценой ниже, чем у застройщика. Ждем вас на Бараева, 16, блок А, 3 этаж.